В социальных сетях появилась информация о том, что молодая мама забыла в такси деньги, собранные на лечение больного ребенка. Наши корреспонденты нашли эту семью, пропали средства. Это 95 тысяч рублей 7 января в Рождество. Марина – мать троих детей. У одного из них задержка психоречевого развития с элементами аутизма. Именно для него с помощью одного из благотворительных фондов и были собраны деньги. В последнее время на молодую женщину обрушилось немало несчастий. В тот день она возвращалась с 40-дневных поминок по матери в состоянии сильного стресса. О пропаже вспомнила только через несколько часов. По словам Марины, она приехала на автомобиле «Лада Приора» фиолетового цвета, и за рулем был мужчина старше 40 лет. Теперь надеется на его понимание. Больной ребенок постоянно нуждается в лечении. 2 раза в год необходимы выезды в специальные реабилитационные центры. А это расходы, которые Марина оплатить своими силами не в состоянии. Все-таки надеюсь на его человечность, на то, что он услышит, для чего были собраны эти деньги, для чего они, для кого они предназначались. Все-таки есть надежда на то, что он вернет. Деньги предназначались для лечения моего сына, для очередного курса реабилитации в городе Москва, в научном центре психического здоровья. Вот. В ближайшее время собиралась лететь, с врачом было все договорено. Вот, и так получилось.